Дмитрий Медведев провел заседание Совета по повышению конкурентоспособности университетов РФ. Самая главная задача – создание эффективной системы управления вузами. Об этом речь шла на заседании Совета по повышению конкурентоспособности высшего образования, которое провел Дмитрий Медведев. По словам премьер-министра, необходимо преодолеть разрыв между зарплатами преподавателей и руководителей университетов. На совещании также обсуждали задачу к 2020 году ввести 15 российских вузов в список 200 самых престижных учебных заведений планеты. Если борьба проигрывается на уровне университетов, то, конечно, после этого невозможно конкурировать и на экономическом поле. Поэтому так важно, чтобы российские вузы, причем специально хотел бы подчеркнуть, не только московские, не только столичные, но и вообще разные российские вузы были лидерами в международных рейтингах. Мы, конечно, не абсолютизируем рейтинги, но и игнорировать оценки, которые даются профессиональным сообществом, неправильно. Более высокая позиция в них – это всегда своего рода знак качества. Как бы мы ни относились к вообще идее рейтингования.